Всем привет! Показываю посылочку, что мне в этот раз пришло. Я уже вытащила все вот эти вот обертки, всякие целлофановые пакетики, чтобы не шуршать здесь. В этот раз я заказала, мне очень понравилось, я в Marshalls покупала. Похоже, но немножко другого цвета, это беленькая, а та у меня темненькая. Мне очень понравилось, как очищает кожу. И знаете, может быть еще, ну, ко всему тому, что я уже делаю, там, питаюсь по-другому сейчас. И плюс, ну, в общем, такой образ жизни веду. Немножко другой, изменила я свои все вот эти вот привычки. Вот, и я думаю, что и не без вот этой штуки, то есть без нее не обошлось. Я думаю, что прыщи мои, вот эти угри, акне, тоже и с помощью этого тоже, я думаю, стали меньше, уходят. Вот, то есть хорошо очищается кожа. У меня немножечко другая, сейчас покажу вам. Вот такая у меня, видите? Даже, по-моему, такая эмблема такая же. Но это кажется, что она твердая, но она когда намочится, ну как бы намочить ее, и она будет мягкая. Вот. Очень бережно она так очищает кожу. Она кажется как пемза, но это не так. Значит, возвращаемся. Вот это я взяла про запас. У меня просто накопилось там некоторое количество баллов, и я вот заказала в этот раз. И вот это по рекомендации знакомой своей заказала. Это из Сан-Диего, сейчас они в Лос-Анджелесе живут. Она на Инстаграм рекламировала, и я решила заказать, попробовать. Витамин C и E, ну, в общем, мы как это, E и C, вот так, наверное, по-русски сказать, серум с гиалуроновой кислотой. Давайте посмотрим, она уж больно ее хвалила, я решила заказать. Так, давайте посмотрим, сюда не открывала. Я вообще-то люблю с витамином С вот эти всякие штучки. Очень я люблю серумы, очень мне нравится, цвет кожи улучшается, более такой ровный цвет становится, ну и витаминчики вот эти вот работают. Но мне кажется, что я по ощущениям, по своей коже скажу, что мне помогает, и эффект есть. Я не прям такой брала, я говорю, что это я, вот такой я заказала впервые по рекомендации, вот, а до этого у меня были уже серумы с витамином С. Если по-русски сказать. Вот, этот с витамином С и Е и с гиалуроновой кислотой. Там пипеточка. Можете почитать по ссылке, пройдите внизу под видео, оставлю ссылочку. Можете посмотреть отзывы, почитать, что это и зачем, как он, какие эффект какой. Все можете прочитать. И также по этой ссылочке можете заказать, если вы захотите, 5 или 10% будет скидка. Будет зависеть от вашего заказа, там еще от многих факторов. Ну, в общем, 5% это минимум. Заказывайте, если хотите, по моей ссылке. Вот этот вот второй раз заказ у меня была маленькая, я вам, по-моему, показывала. Вот это самое лучшее, что мне подошло. Теперь я заказала большой бутылек. 355 миллилитров. Мне кажется, его надолго хватит. Вот, это такое пенящееся средство для очищения кожи лица. В общем, он не сушит кожу, удаляет вот эти макияж хорошо, масла, жирность кожи. Ну, очень классный. Мне так понравился. Мне лично очень подошел. Хотя у меня, говорю, кожа склонная к угрям, склонная к акне. И она у меня проблемная кожа. Видите, oil control, то есть как бы контроль над жирностью. Это классное, классное средство. Не зря я заказала еще такую большую. Хотела маленькую заказать, маленькую сняли с продажи. Маленькую хотела для того, чтобы брать с собой в дорогу, потому что именно его я теперь оставлю. Везде буду всегда пользоваться им. Очищая вот этим средством, плюс вот этой вот губочкой. Вот, потом у меня есть лосьон. Такой, ну, как бы тоник. И все, и либо крем, либо вот это вот, как где она у меня, вот, серум. Все, никаких прыщей, никаких этих раздражений, идеальное, идеальное средство. Хорошая фирма, рекомендую.
Я думаю, что вам тоже подойдет, но все индивидуально. Смотрите, в общем, если вы захотите, пройдите по ссылке, почитайте и заказывайте, если вам все понравится, если вы всем будете довольны и отзывами, и со содержанием состава. Но я говорю, я просто в восторге от него. Вот. Проходите, заказывайте, 5-10% скидка. Так, это средство для умывания. Большой флакон. Это у меня серум с витамином С и Е. И вот такая вот губочка. Это все сегодня у меня для красоты заказала я. Все. Все ссылки оставлю обязательно. Проходите, смотрите, читайте, исследуйте. Вдруг это вам тоже необходимо. Вдруг именно это то, что вы искали. Ну все, всем бай-бай, всем пока.